Если вы любите кого-то за его внешность, это называется одержимостью. Если вы любите кого-то за его доброту, это восхищение. Если вы любите кого-то за его деньги, это меркантильность. Если вы любите кого-то, потому что он любит вас, это называется сочувствием. Если вы любите кого-то, несмотря на его недостатки, это искреннее принятие. Если вы любите кого-то, несмотря ни на что, это преданность. Если вы любите кого-то за его ум и знания, это интеллектуальное влечение. Если вы глубоко любите кого-то даже после расставания, это ваша эмоциональная связь. Если вы любите кого-то, ставя его счастье превыше своего, это самоотверженность. Если вы любите кого-то за то, что он заставляет вас смеяться, это привязанность, основанная на юморе. Если вы любите кого-то за общие переживания и воспоминания, это любовь, движимая ностальгией. Но если вы не уверены, любите ли вы этого человека, это определенно любовь. Как ни странно, но если вы обнаруживаете, что с каждым днем заботитесь о нем все больше, это и есть любовь. Эта любовь становится постоянной. И если вы не можете представить себе будущее без него или нее, это любовь, которая стала частью вас, что из перечисленного связывает вас с любимым человеком.